Девчонки, всем огромный-огромный приветик. И кто помнит эти ногти, им около 4 недель уже. Как видите, относилось это, ну, не очень хорошо. Пальцы полопались из-за моющих средств. Напоминаю, что это ручки нянечки и прошлый ролик я оставлю ссылкой в описании. Ну и первым делом, как всегда, по стандарту, я снимаю старый материал фрезой керамической. Она у меня синяя и с красной насечкой. В прошлый раз мы укрепляли ногти акригелем. Но, в принципе, при снятии я поняла, то, что материал не отслоился и все на месте. Никаких отслоек по моей именно вине нету. Но, как многие мастера сталкиваются, кто вот из клиентов работает с агрессивными моющими средствами, да еще и без перчаток, у клиентов лопаются пальцы, сухость кутикулы, ну и, соответственно, плохая носибельность любого материала. После снятия я перехожу уже к опилу формы. Ноготочки сами по себе, кстати, твердые, то есть не мягкие. Для хорошей сцепки мне необходимо зашлифовать родной ноготь. Длину мы решили немножечко укоротить, потому что ноготь на мизинчике у нас подломился. Но, естественно, мы переходим уже к маникюру. Кутикула поднимается на отлично, то есть карман прям вот шикарный, чтобы сделать аппаратную технику. Как ко мне пришла клиентка, она сказала, у нас просто максимум 50 минут. Время было у нас ограничено, но, конечно, за 50 минут с такими ручками не справиться было. Но я старалась по максимуму, конечно. Взяла фрезу пламя с красной насечкой. Ей я работаю в 89, наверное, процентов случаев. Все я делаю, считая одной фрезой. На реверсе. Начинаю слева направо вычищать птеригий. На каких-то пальчиках он вычистился очень легко, но не на, так скажем, ходовых. Где-то мне пришлось брать пушер и уже пушером вычищать птеригий, хотя я это делаю, ну, крайне редко. И да, девчонки, по-хорошему, в наличии у вас должны быть фрезы разной жесткости. Вот для таких боковых валиков подошла бы хорошо синяя или даже зеленая насечка. Но у меня таких фрез несколько, и по стечению обстоятельств они у меня лежали в стирке. Вот как раз-таки пальчик, где у нас лопнул боковой валик, с ним мне сложнее всего пришлось. Именно потому, что у нас было очень ограниченное время. С такой фрезой мне очень хотелось надавить уже на ноготь, но, как вы знаете, это нельзя, поэтому я взяла пушер и этот птеригий просто подшкрябала, ну, можно так сказать. Если в следующий раз придет она ко мне с такими ручками, то, скорее всего, я уже буду делать с ремувером. И да, сразу хочу сказать то, что птеригий был не сухой, он был влажный, и мне приходилось постоянно вычищать фрезу. Ну, с кутикулой тут, в принципе, все понятно. Тут вы можете заметить, то, что она не особо сухая. Ну и в прошлый раз, конечно, ручки были, ну, намного лучше. А с этой клиенткой мы встретимся только после Нового года. После среза я опять же беру эту фрезу пламя и уже на форварде, опять же, вычищаю птериги и шлифую правый боковой валик. Чтобы не было таких, например, проблем, потому что каждое движение приносит боль в трещинах, нужно, конечно же, пользоваться перчатками. А лучше даже вот нитриловыми перчатками, потому что на винил у многих тоже аллергия. Ну ничего, я думаю, мы исправим эту ситуацию, потому что в любом случае мы уже отрастили ногти, что не удавалось это сделать клиентке ранее. И с большим удовольствием, естественно, я засниму ролик, даже если это опять у нас будет 50 минут, но я обязательно засниму. И даже, кстати, после среза кутикулы я заметила, что осталось очень много птеригия. Боковые валики шлифую я по, получается, по росту этой трещины. Но не перепиливаю, а даю рекомендацию хорошенечко это все намазать, чтобы увлажнить, чтобы не были такие сухие пальцы. Не знаю, девчонки, были ли у вас такие клиенты с трещинами на пальчиках? Я, например, сталкиваюсь, ну, может быть, во второй раз в жизни. Что вы делаете для них? Какие рекомендации по уходу вы даете? Напишите. И после нашего долгого маникюра я обезжириваю ногти и наношу праймер. Сегодня праймер я хочу использовать с липким слоем. Хотя, кто работает с водой, лучше использовать кислотный.
Но опять же, каждый мой ролик – это тест и эксперимент в основном, поэтому будем смотреть, как относится. Еще пока не забыла, в конце всего я отполировала ручки клиента с маслом и зеленым полировщиком. База у нас сегодня от Декорда. Наношу ее сначала тонким слоем и далее беру капельку побольше. Ставлю в центр чуть ниже кутикулы и распределяю по всему ногтю. Самое большое количество материала у меня находится в стрессовой зоне. Выравнивание я делаю по одному пальчику, чтобы база не убежала. И, конечно же, обязательно после выравнивания я переворачиваю ручку клиента, чтобы база стекла, получается, в центр. Если же вы не будете переворачивать ручку, то, скорее всего, в лампе база успеет разбежаться и превратятся наши ногти в пирожки. С этим гель-лаком в прошлом ролике мы уже встречались. Это Эльпаза ультрафиолет. Ногти у нас сегодня без излишеств, поэтому на безымянном пальчике мы просто сделали серебряную полосочку. И еще, девчонки, если вы понимаете, что базу вы нанесли ровно, но покрытие почему-то ложится криво, вот вам просто нейл-хак. Девчонки, ну, используйте раббер-топ. И можно довыравнивать и сделать ногти эстетически красивыми. Мы же перекрыли финишем без липкого слоя. Он не густой, от Эльпазы. Естественно, трещины остались на месте. С ними ничего сделать нельзя. Будем ждать отрастания и срастания. Топ у меня сегодня тоже от Декорда. Он очень жжет экспрессом. Прохожусь аккуратненько в боковые клиентками. Этим ноготочкам около 5 недель. Ручки на самом деле очень сложные. Но были, по крайней мере, до этого очень сложные. Маленькая ногтевая пластина. Эта клиентка работает нянечкой в детском саду. Ручки постоянно работают с дезрастворами. Спасибо, девчонки, что досмотрели этот ролик до конца. Ногти мы сделали ровно за час. Ну и, конечно, ставь лайк этому видео, если хочешь посмотреть продолжение и как будут меняться эти ручки. Ну и все, всем огромное-огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал и обязательно на мой инстаграм. Всем пока-пока!